Ребят, всем привет! Сейчас поиграем немножко в демо-версию Outlast, вторая часть. Ну и также протестируем, посмотрим на производительность, сколько FPS будет в этой игре. Но как вы видите, то, что сейчас стоит все на максимальных настройках, это не может не радовать. И при этом разрешение родное Full HD, то есть вот оно написано, рекомендуется. Даже сглаживание, антиалиасинг стоит максимальное все. Так. Вертикальная синхронизация выключена. Ну, остальное все вы можете наблюдать в настройках. Кому интересно, поставьте на паузу и посмотрите повнимательнее. Ну что ж, графика меня очень порадовала. Но единственное, вот текстура скалы, то есть если вот так близко подходишь, то она мне кажется какая-то размытая вся. Да, размытая, вот особенно вот это посмотрите. Что это такое, а? Ну вот так вот, если вот сдалека вот, то вообще просто картинка отличная. Все очень симпатично смотрится. Кактусы вон растут. Да, у меня есть камера, которая снимает в разрешении Full HD, при этом 50 мегабит. Да. 50 FPS, а нет, 60 FPS или 50. Короче, неважно. Да, 50 FPS, наверное, она снимает. Пока все спокойно. Не, картинка вообще потрясающая. Просто прикольно очень все смотрится. На ультра настройках. Так, давайте постучимся в дверь. Вот текстура двери вообще просто очень сделана добротно, да. Четко так все видно. Давайте постучимся. Hello? I'm lost. And hurt. Заперто. Так, у меня есть камера, я могу подглядеть. А, нет, не получится. Шторками все завесили, ничего не видно. Ну, ничего страшного, идем дальше. Вообще, вот этот мир Outlast меня просто поражает. О, слышали? Нет, вы слышали? Ну, вот я что-то слышал сейчас только что. Кто-то тут шевелился. Ладно, идем дальше. Идемте дальше. У меня уже мурашки по коже идут. Никого нету. Ведро висит, брякает. Please. Давайте сюда. Опа. Не будем тратить батарейку. Хотя нет, давайте дальше смотреть. Что-то уже страшно стало. Так, R. Перезарядить батарейку. О! Ух! Заперто, ну ладно. Идемте дальше. Не, реально, блин. Вот Resident Evil, вот седьмая часть, и Outlast, они чем-то вот похожи, но Resident Evil, он как-то больше как экшен, мне кажется. А вот именно Outlast, это именно ужас. То, что я и люблю. Ну вот что такое. О, вы слышали? Кто-то что-то где-то. По-моему, вот здесь. Нет, не здесь. Ну где-то рядышком. Jesus. Jesus. No. Даем дёру. Нет, вот я слышу где-то здесь. Ну-ка. Дверь закрыта. Опа! Thank you.
Ух ты. Офигенно, кишки. Нет, ну по производительности, в принципе, игра летает. Не знаю, как дальше будет идти. Есть, конечно, небольшие такие просадочки, ну, которые даже незаметно, вот до 40 кадров. Ну, а так, в принципе, стабильно все идет. Так, давайте пойдем за этим мужиком. Ух ты. Картина какая-то висит. О, вот еще батареечка для камеры. А, так он работает, он, скорее всего, этот какого. Как же это называется-то? Идем дальше. О. Фермер, во, фермер. Ух ты, это он, скорее всего, да? Может, и не он. Сковородочка, банки, какие-то бутылки, склянки. Крест висит, верующий, значит. Часы показывают время. 12 часов ночи. Интересно же, почему человек 12? Ну, хотя, захотелось ему, может, 12 часов ночи поработать. Чё-то такого-то, да? Так, здесь я тоже что-то вижу. А, это лошадка деревянная. У кого-то трудное детство было. Так, ну я думаю, он не против будет, если я зайду в тот дом. Но все равно он работает. Чё ему? Не будем отвлекать трудящего человека. Да ведь, ребята? Так, а здесь никого нету? Так, вроде нет никого. О, давайте open window. Залезем в это... В... Ух ты, ё... Ух, напугали меня, конечно, ладно. Ворона меня какая-то напугала. Да, ребята, смотрите, сколько жрет эта игра. 5 гигабайт оперативной памяти. И видео памяти, посмотрите, чуть ли не 2 гигабайта. 1800 мегабайт. Ух ты. Коверчик. Ну-ка, еще дверка. О, еще дверка, смотрите. Опять заперто. Джамит. Окей. Так, ну тут ничего интересного нету в доме, да, по-моему? Кукуруза. Кости тут какие-то валяются. От курицы, видимо. Ну, идемте дальше. Ага, ну вот. До 40 кадров вот. Освещение. Хотя нет. Так, если смотришь, вообще 60. Не, ну прикольно, блин, сделано. Так, получается, здесь я пролезу, да? А дальше там ничего нет. Травка такая. Только дерево. Близко нельзя, ну как камерой. Ну так, средненько как-то текстура. Вот скала, говорю, очень слишком стрёмно сделана. Все размыто. А так картинка, конечно, радует все равно. Прикольно сделано. Смотрите. Везде кресты. Так, и что странно, я приближаю камеру, она не фокусирует. Опа. Я уже думаю, могу туда наверх подняться. Что-то это трава шевелится или что это шевелится-то? О, ворона опять сидит. Сейчас она прыгнет на меня. Так, что-то мне не особо охота туда идти, но... Ладно, пойдемте. Ух ты, кровище сколько, смотрите. Ничего себе. Вау. Походу тут какой-то обряд совершался. Ну-ка. О, прикольно, все так четко видно. Окей.
Ух ты. Это дети, что ли? Так, подождите, я откуда вышел-то? Что-то у меня сейчас... Подождите, я... Лошадка. Ну нафиг. Я как раз ночью играю, прикольно. Это я что, проиграл? Или это так задумано? А, нет, это так задумано. Ну ничего, у меня есть две батареечки, поэтому ничего страшного. Блин, зря я заглянул в этот колодец. Еще какой-то голос. Так и думал, не надо в него было заглядывать. Блин. Давай ползи быстрее, черепаха. Надеюсь, у меня хватит батарейки. Опа. Ни хрена себе. Я в школу попал. Это мне, знаете, эфир второй напомнило, что-то такое. Ух ты, карта висит. Чикаго. Небраска. Южная Дакота, Северная Дакота. Так, а в какую дверь идти? Наверное, вот в эту. Так, подождите, стойте. А та закрыта? О, ничего себе, я угадал. Хм. Блин, не фокусирует. Сука. Блин, мне сразу это вспомнило. Сделали бы кошмары на улице Вязов. Там бы он тоже по школе бы ходил. Шкатулочка. Тут и играет со мной. Перезарядим батареечку. Опа. Еще одна батареечка. Что за... Я же оттуда вышел. Ну ладно. Что это было? Так, стоп.
Так, как я понял, там спрятаться можно, да? Опа. Ничего себе, нифига себе, что это такое было. Так, вот еще дверь одна. Hold QE. Кто-то повесился уже, да? Джессика. Стой. Дёру дал. Да беги давай. А, можно так даже бежать? Вообще прикольно. Слушайте, игра мне очень понравилась. Блин, прикольно сделано. Фига себе, можно так прятаться. Что-то их тут много вообще. Опа. Интересно, он меня видит или нет? О, еще батареечка. Поднять крышку, а ей это что, тоже приподнять? Упс. Беги давай. Куда-нибудь беги. Блин, куда здесь бежать? А, вот все. В общем, ребят, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Игра очень прикольная. Я рекомендую в нее поиграть. Также пишите в комментариях, что вообще думаете об этой игре. Вот. Ну все, на этом все. Всем пока.